Всем привет! Сегодня, короче, жарю рыбу в кляре. Здесь у меня 3 яйца. Короче, в общем, сама рыба. Очень крупная, еле порезала. Одна штука у меня здесь. И, короче, в общем, мука здесь у меня уже с приправой вот такой. И, в общем, уже я сделала одну партию. Такое вот масло, короче, используется вода. И, короче, в общем, вот так вот. Видите, какая она крупная. В общем, еле перевернула. Короче, в общем, на глубокой сковороде жарим. В общем, сейчас нужно будет не следить, чтобы она там не подгорела. В общем, на вторую сторону уже я. В общем, перевернула. Мне, наверное, слышно плохо, потому что очень сильно журчит, шварчит. В общем, сегодня занимаюсь таким блюдом. Ребятки, жарю уже вторую партию, короче, вот так вот у меня. Уже ее несколько раз переворачивала. Ну, так как она крупная, поэтому я ее, в общем, хочу прожарить нормально. В общем, держу так, чтобы прожарилась. В общем, переворачиваю. Также я в предыдущем видео не сказала, то, что я вот такую приправу, короче, такой пакет пересыпаю вот сюда, вот в эту баночку. Здесь это не вкусная соль, а здесь вот это вот универсальная. Я просто в баночку пересыпаю. Также масло у меня. Вот. Слобода. В общем. И почистила 2 луковицы и 2 морковки. Короче, сейчас натру на терке. Здесь порежу лук. В общем, просто хочу сделать еще сметану. Забыла достать. Сейчас сметану достану. В общем, маленько я вам покажу, как я буду делать там. Я, в общем, без майонеза делать буду на сметанке. Ну, посмотрите, что я буду делать. И вот я, в общем, рыбу еще, вот то, что я приправу добавляла, да, я маленько присаливаю чуть-чуть, там вот просто обычно соль сверху присаливаю, потому что не всегда бывает, я досаливаю, а то и не нравится моим, кто именно, в общем, со мной живет, в общем, муж там, в общем, говорит, что-то ты не досолила. Ну, вот, в общем, я-то соль очень сильно чувствую, а он любит посольнее, короче, а я нет. Я не люблю, короче, вот как-то так. Ребятки, вот так вот я лучок порезала по-своему, да. И, в общем, натерла на крупной терке, в общем, морковку. Вы видели, сколько у меня. Там, ну, конечно же, маслица. В общем, у меня. И, в общем, вот так подготовила. Вот здесь вот у меня уже это готовая рыба здесь. И здесь я кастрюльку подготовила. И вам покажу, что я буду делать дальше. Сейчас пережарю, короче, в общем, лук с морковкой. Чуть-чуть пассирую. И достала вот такую сметану, какая же была у нас, короче, в общем, вот. 20% что сделаешь. Хотелось бы меньше, что-то почему-то мы тогда не нашли. То ли муж тогда покупал, я уж не помню, в общем, купил такую. Какая есть, такая есть. Вы можете взять, если будете делать, то 15%. Тут уж кому как. Ребят, вот смотрите, что я сделала. Пережарила лук-морковку, вы видели. И добавила целую банку сметаны. Короче, в общем, и чуть-чуть еще кипяченой воды добавила. Сейчас маленечко прям дам покипеть. И быстренько буду дальше показывать, что я буду делать. Так, следующий шаг. Вот, смотрите, вот эту рыбу я, короче, положила на дно кастрюльки, да. И, короче, вот то, что я делала, как, в общем, типа заливочки, да, там, в общем, с овощами. И, в общем, сюда немножко сверху я положила. Много воды не надо. Я раньше делала, короче, в общем, в старых видео там есть у меня. Ну, мне лучше, наверное, так будет. Я думаю, решила так попробовать. В общем, вот так. Ну, в принципе, не то, что попробовать. Я раньше делала. В общем, так лучше, когда чуть-чуть водички кипяченой добавляешь, и лишнего не надо. Короче, и, в общем, сейчас остальное также вот эту вот рыбку я, короче, сверху еще положу. И, в общем, сверху будет у меня заливка с овощами. Ребятки, кому не нравится, можете, короче, не смотреть. А кому нравится, конечно, можете смотреть. Рыбу здесь можно любую на ваш вкус пожарить в кляре. Рецепты много на ютубе. Это не рецепт. Это просто то, что я вам делюсь тем, что я сегодня делаю, да, как, и как я делаю, да, короче, вот так. Это же на вкус и цвет, товарищи, нет, как говорится, каждому свое. Так что вот так, продолжаю дальше.
вот, ребят, короче, как в результате все это выглядит. В общем, это сверху здесь я уже все заложила, в общем, слоями. Видите, обложила там именно лук, морковка. Ну, вы видели, как я делала. В общем, все. Короче, сейчас дам настояться, потом буду пробовать. Она, кстати, получается сочная такая, знаете. И если убрать попозже в холодильник, когда остынет, это нужно сделать, конечно. Она даже получается некоторая рыба, да, в зависимости от рыбы, да, еще именно она как-то желейная такая получается. В моей семье именно любят именно вот так вот. Ну, вот так вот готовлю, короче. Конечно же, я ж не буду там только по себе делать, да. В общем, я делаю так, чтобы моей семье угодить. Ну, все. Такой вот был, в общем, сегодня коротенький влог. Так что, ребят, если кому-то что-то, в общем, не нравится, я тут никого не насилую, да. И это не рецепты, а просто я готовлю. Раньше, да, я когда выкладывала, писала типа рецепта, знаете, честно сказать, вот многие говорят то, что, ну, блогеры, которые уже долго на Ютубе, да, типа, да что вы, зачем вы так, типа, пишете, типа, то, что именно... Это у вас рецепты. Неужели рецепты такие, типа, кому-то сейчас нужны? А вот вы не представляете, как они нужны. Человек, бывает, вообще не умеет даже картошку чистить. Вот есть даже среди моих знакомых есть такие. И я знаю лично таких. Поэтому обобщать не надо. То, что не надо судить по себе там. В общем, то, что если ведут канал там и обсуждают то, что вот... Из дешевых продуктов, типа, делать это такое простое, да это и разве рецепт? Ну, извините, не у каждого есть на забубенные, в общем, рецепты, да, даже денежки, чтобы купить там достойную рыбу. Сейчас рыба, блин, дороже по ходу мяса становится, так что тут уж каждому свое. Вот так вот, бывает так вот в жизни, то, что именно... И, как говорится, у человека, может, и денег нету на такой рецепт, чтобы сделать более вот подходящие. Можно из простых. Всем спасибо, ребят. Всем спасибо. Всем пока. Подписывайтесь обязательно на канал. Буду всем рада.